Несмотря на погодные условия и аномальную жару, урожай хлопка в этом году обещает быть богатым, поделились участники семинара, организованного в Кашкадаринской области. Ключевая цель – переход от ручного сбора к автоматическому, что позволит ускорить процесс доставки продукции на хлопкоперерабатывающие пункты. В текущем году в Кашкадаринской области на 136 тысячах гектарах площади выращивается хлопок-сырец. В целях рационального использования водных ресурсов, а также повышения урожайности на 32 тысячах гектарах внедрена водосберегающая технология. В рамках ударных 30 дней особое внимание было уделено качеству выполнения необходимых агротехнических мероприятий. На сегодняшний день ведется подготовка к сбору урожая. Вопросы, связанные с предстоящей уборочной страды, в частности, широко обсуждались на организованном семинаре в Каспийском районе. Основная цель данного семинара – переход от ручного сбора хлопка к машинному, что даст нам возможность для скорейшего сбора урожая и доставки его на хлопкоперерабатывающие пункты. В этом году в области с помощью 192 хлопкоуборочных комбайнов планируется собрать урожай на площади 50 800 гектаров. Подготовлены более 3200 тракторных тележек. В работах по дефоляции задействовано 410 опрыскивателей ОВХ. В этом году впервые было дано разъяснение о преимуществах машины MX1.8, ее использовании, деталях и механизмах. Высокоэффективная и качественная работа хлопкоуборочных машин связана с тремя факторами. Это подготовка хлопковых полей, диагностика машин и организация сбора урожая. Превосходство сбора хлопка машинами в том, что этот процесс осуществляется быстрее, в результате освобождается земля для дальнейшей ее подготовки для следующего сезона или для посева другой агрокультуры. В процессе мероприятия были рассмотрены результаты апробации перед дефоляцией и сбором урожая, а также состояние хлопковых полей, планы машинного сбора, контроля за уборочной страды, оказание сервисных услуг, поощрение механизаторов и своевременные доставки хлопка-сырца на приемные пункты. Намечены необходимые мероприятия в этом направлении.